заклеили мне глаза скотчем и руки и увезли куда-то в здание на штаб или что там у них было. И это самое, в подвале там за него задавали вопросы. Началось там избиение, начали бить ногами в голову. Ну, они взяли зетку, у них была зетка железная, они раскалили ее горелкой. Говорит, говори правду, иначе мы тебе, говорит, либо на голове на лбу выжгем, либо на ноги выбирай. Ну, я выбрал ногу.